Добрый вечер! Вас приветствует гид по развлечениям Ляман Мамедова. Каждую неделю я рассказываю вам о том, какие события ждут Саратов на ближайшие выходные. Могу заверить вас сразу, скучно точно не будет. Такого у нас еще не было. В Энгельсе открылась уникальная выставка 3D-рисунков «Воображариум». Посетители станут не просто зрителями, а участниками картин. Вы будете запечатлены в разных ситуациях. Например, в пасти у льва или акулы, сидящие рядом с тигром или убегающие от динозавра. Но это лишь малая часть того, что представлено на выставке. Самое главное, не забудьте взять с собой фотокамеру. Под объективом картины буквально оживают. Организаторы советуют приходить в большой компании. Пословица гласит: следить за модой смешно, а не следить глупо. Тогда что же делать? Я советую сходить на городской фестиваль Lexus Fashion Week. В нем примут участие профессиональные модельеры, дизайнеры одежды, любители, театры мод, стилисты, визажисты, модели со всей России. Проводится такое мероприятие один раз в год. Только представьте длинный подиум, самое профессиональное световое и звуковое оборудование, огромные жидкокристаллические экраны, множество представителей прессы, шикарные наряды и, конечно же, более 1000 представителей фэшн и бизнес-индустрии со всей России. Не упустите свою возможность покрасоваться на красной дорожке. Дикая жизнь. Такую интерпретацию описания своего существования выбирает главный герой фильма, который покажут в Доме кино в это воскресенье. История семьи глазами сына. 16-летний подросток переезжает со своими родителями в Монтану. Там его мама влюбляется в другого мужчину. В результате прямо на глазах главного героя начинает рушиться брак его родителей. Каждый старается найти выход из положения по-своему. К чему это приведет, узнаете, посетив киносеанс. На эти выходные все. Надеюсь, вы выбрали себе фильм, фестиваль или другой вид мероприятия по вашему вкусу. И ваш отдых удастся на все 5 с плюсом. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.